По другим темам. Кабардино-Балкария в числе лидеров среди российских регионов по внедрению электронного документа оборота. Данные о том, что южные субъекты вышли по стране на первые позиции по количеству действующих многофункциональных центров, сегодня приводит Интерфакс. Напомню, что к концу 2015 года все регионы России должны завершить создание сети МФЦ. В Кабардино-Балкарии через такие центры сейчас можно получить около 200 государственных и муниципальных услуг. Эта система помогает избавиться от бумажной волокиты. Наиболее востребованные услуги – информация из Госреестра о правах на недвижимость, оформление и выдача загранпаспортов, обязательное медицинское страхование, предоставление сведений государственного земельного кадастра. До конца этого года в республике планируется открыть около десятка новых МФЦ. В поселениях также должны появиться удаленные рабочие места, предоставляющие госуслуги по принципу одного окна. Всего их предполагается создать 208. Кстати, в скором времени аббревиатура МФЦ канет в лету, равно как и синий цвет логотипа. Уже презентованы новый бренд и название «Мои документы». Также для сети разработана новая эмблема.